Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня у нас 22 июля. Краска на месте накушает, но котят так и нет. Но мне кажется, что котята есть. Это мне или кажется, или это правда. Краска где-то тут лежала, я так и не поняла. И я ее когда звала, я там где-то была, то как будто это... Кто-то пищал тут, и так что я все равно буду искать сейчас котят вот там хорошенечко. Я там не искала, так что они могут где-то там быть. Посмотрела я у краски соски, но соски не мокрые, я не знаю, но они не пососанные. Сейчас я вам даже покажу. Вот смотрите, видите соски? Они, видите, не пососанные, они должны быть вроде бы мокрые. Ребятки, я думаю, котята есть, кажется, я слышала, как они пищали. Я испугалась. Кажется, это котята пищали. Мне кажется, что котят никто не топил и никто не забирал, что котята есть, но куда-то краска перенесла, не хочет показывать. Я уже ждала, думаю, она все равно по-любому пойдет к котятам, и я прослежу за ней. Но она к ним не шла. И она долго к ним вчера не шла, и за такое время бы котята пищали. Или у меня уже просто такие глюки, что, ну, я, ну, когда волнуюсь, у меня просто иногда бывает в голове такой звон, как будто кто-то мявкает. Сейчас я опять проверю в домике, мало ли что. И сейчас как будто трупом воняло, но как мне сказали ребята, что если бы... были бы трупики котят, краска бы их все равно бы показала. Мама думает, или их собака загрызла, или птица. Ну вот как? Как будто они где-то мявкают, и краска мявкает. Она покушала, смотрите. Думаю, это видео не будет долгое, потому что это видео, наверное, выйдет 23 июля. Да, красочка? Есть в живых, так как она туда пошла и что-то кричит, моется. Ну, я буду за ней следить. Ребят, мне не нравится. Очень сильно сейчас трупом завоняло. Скорее всего, котята поздыхали. Надо искать эти трупы. Это вообще невыносимо. Такая вонь сейчас пошла. Ну вот где, блин? Она резко пропадает. Неужели котята поумирали? Вы видите? Она возмущается. У тебя есть котята? Где котята? Давай, показывай, кто-то нас смотрит. Ребята, я уже просто ищу котят, уже не знаю какими. Но вот тут трупом очень сильно воняет, а сейчас положу телефон и поищу. Если что, вам потом расскажу обязательно. Краска убежала туда и бежала и кричала. Котят я никаких не нашла, ни мертвых, ни живых. Это не трупом воняло, а кто-то выкинул мусор, и он сильно вонял. Так что вот так. Краска приходит сюда постоянно и кричит тут. Мне кажется, значит, она, может, сюда котят перенесла. И все. Ну, может, даже и не переносила она вообще котят. Но мама мне говорила, что находила, котята были в домике. На месте все было, тут бабах и пропали котята. Краска бедненькая мучается. Да. Нет детишек, ну фу, смирись, краска. Но если были котята, она бы к ним бы пошла. Хоть я, хоть не я. Значит, котят нет. Ой, жалко, блин. Я не знаю, конечно, каким цветом были котята, но мама что-то говорила, были два разноцветных котенка, ну, трехцветных, и один был рыжий. Ну ладно, ребятки, всем пока, до новых встреч, встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ. Если будут новые новости, я вам, конечно, расскажу.